3 марта участники проходившего в Баку заседания Совета Всемирного конгресса новостных агентств и мероприятий, посвященных 95-летию Азербайджанского государственного информационного агентства «Азертач», ознакомились с Ичари-Шахер. Прогулка гостей по Ичари-Шахер началась со знакомства с Девичьей башней. Гостям была предоставлена подробная информация о необычных архитектурных особенностях памятника. Во время прогулки на электромобилях гости были проинформированы о государственном историко-архитектурном заповеднике Ичари-Шахер, включенном в список мирового наследия ЮНЕСКО, проводимых здесь ремонтно-реставрационных работ. Благоустройстве. Отмечалось, что на территории Ичари-Шахер находятся относящиеся к различным векам уникальные историко-архитектурные памятники, которые охраняются государством. Гости также ознакомились с одним из шедевров архитектуры Востока, историко-архитектурным памятником мирового значения, комплекс дворца Ширваншахов. Было сообщено, что строение этого исторического памятника, сооруженного в начале 15 века, расположено на самой высокой точке одного из холмов Ичари-Шахер. Знакомство с древним Ичари-Шахер произвело на гостей неизгладимое впечатление. Камила Алиева, Заур Мусаев, Эльмин Лачинов, Азертач.